прилетела сорока и разговаривает. А внизу Чипик так внимательно смотрит. Что за гости? Ай-яй-яй-яй, совсем близко, и не боишься? Может, она пить хочет, а у меня там прудик. Но она не боится Чипика, вот что странно. Сорока белобока. Вот это да, Чипик совсем рядом. Эх, сейчас улетит, собирается на взлет. Ты рассказываешь. Понять бы твой язык. Какую-то весть принесла. Но только хорошую, другую нам не надо. Перелетела. Где ты теперь? А, за цветком спрятала. Ой, как интересно наблюдать. Ну, а теперь поклюй виноград. Пожалуйста, винограда у меня много. Можно поделиться. Ах, как интересно наблюдать за всем, что творится в моем саду. Улетел.